еще одна чашулька от Никиты в Казани. Почему нет? Не страшно. Так, первая чешулька. Так, а мы что на что мы будем крутить, или без разницы? Ты больше по ДС, мне кажется, шаришь. Как минимум по Коле. Выбери сначала от обратного. Я и там, и там курю с кайфом. Тогда на любой. Тогда вот здесь, тут да, побольше давай влезет. Поближе две поставим друг к другу, чтобы они обе в кадре были. Давай. Чуточку вот так вот отцентрую. Так, картинка у нас бодрая, все видно. Все шикарно. Так, начнем, наверное, с Колы. Это проще и быстрее всего. Беру я, получается, космо-турку с лого... Так, куда показывать? С лого Влада около кальяна. Блин, вот клевая. Так, поехали. Кола, Dark Side, Соло. Как прекрасно она пахнет, вы даже себе не представляете. Кола — это лучший аромат, который могли придумать кальянные производители. И как хорошо, что у Влада есть Dark Side, потому что все-таки у меня все равно она топ-1. Кто бы что ни говорил. Хотя я это уже тоже повторял, но повторю еще раз. У нас же есть полотешко? Да, ты можешь не бояться запачкать стол. Нет, стол, ладно, я просто вот... Куда тут видно? Да, мне да. Просто вот это кайф, просто кайф. Я кайфую. Так, соответственно, просто рыхлим. Ну, по возможности. Вот. Так как я не делаю никаких колодцев, поэтому стараемся чуть-чуть, ну, максимально рыхлить. Кстати, прошлую чашку подтяги я немножко запорол. Вот, если ты вдруг не заметил, то я заметил. Я любитель на плотной тяге курить, это мне комфортно зашло. Все, ну, отлично. Но в целом, по среднему, скажем так, я немножко запорол. Тянулось немножко хуже, чем должно было быть. Так. Что за бокс колы, Хамка просит рассказать. А, Кать, ты не видела, просто у Дарксайда есть вот такие, так, вот такие контейнеры, но их выдают хорики при там заказе какого-то определенного количества. Вот и все. Так, тебе куда? Чё? Ну, давай. Показываю, да, и иду искать, куда ее поставить. Так у нас зона. Фокус. Блин, полотишко, еще их мокренько. Я-то думал. Тут вообще, ребят, тут вообще все подготовлено, все на высшем уровне. Так, колу мы убираем. Ну пусть. Ну тут не будет на достаточном кальяне покурить. О, кстати, да. Во, вот так поставим пока что. Вот эта кола пусть будет. Вот сейчас чуть-чуть будет геморройненько, но тем не менее. Тут просто, ну, чтобы вы понимали, все пачки новенькие, поэтому тут пакеты, вся хурма, надо это все открыть. Так, а ты пропорции помнишь? Или как будет? 20% будет. Нет, я только запомнил, что новый будет 20. И, по-моему, первого вкуса 20 было. Да ладно, что, лимона 60? Ну, допили микс по-своему, как ты чувствуешь. Как бы ты вот человеку посоветовал в магазине в таких пропорциях собрать, если бы он назвал свои вкусы, которые... Все хорошо. Кстати, Влад, магнит-то вообще сейчас пригодится шикарно. Выжать пачку? Да, как карточку использовать. Ну, не за пачку, я могу тебе прям карточку дать. Ну, тогда лучше да, конечно же. Благодарю. Так, что это у нас тут? Лидер спорт. Ну, понятно, Влад у нас спортсмен, других карточек у него дома не бывает. Минутка рекламы. А у меня карточка от Никиты Смоки 3. Таких ни у кого нет. Это была лимитка. Кто не купил, тот не успел. Она очень крутая. А хулигановскими пользовался? Она рвет пакеты. Да, она... Бесит. Она не работает, честно. Но она очень безумно красивая. Не завальцевали. Это что у нас было? А, это ново так пахнет. Все, понятно, вопросов нет тогда. Так, как бы я забил? Ну, лимон бласт. А, это Барви Цитрус. Барви Цитрус пахнет прям бодро. Лимон бласт пахнет немножко не бодро, но мы сейчас это исправим, перемешаем. Тут немножко видно, что табачок залежался.
Хорошенько это все перемешиваем, чтобы сухая смесь стала влажной. Потому что, повторюсь, сироп у нас имеет свойство стекать вниз. Гравитация же, да? Из-за гравитации стекает он. Потому что тяжелее, чем лист, наверное, нет? Не без нее. Вот. Ну, если честно, мне не очень нравится, как пахнет Лемон Бласт, поэтому мы его положим немного меньше, чем Барви Цитруса. Сейчас так как навалил. На двух миниках покурим. Кстати, мне очень понравилось курить на ДСе. Хотя внешне все равно немножко урод. Блин, ну ты амбассадор их колы. Тебе вообще надо было заслать им, конечно, кальян. Ну, давай будем честны, что еще пока, наверное, рано. Я уже так себе говорю, что если что-то не прислали, ну, значит, будем работать. То есть не так, что вот, блядь, такие плохие мне не прислали. Нет, просто, значит, работаем больше. Чтобы присылали. Лучше. А? Чтобы присылали. Чтобы присылали. Вот и все. Табак присылает уже спасибо, я так говорю. Кстати, кстати. А у тебя миласки их есть? Есть, ну блин, мне не нравится, как она ненадежная какая-то. Хочешь? Блин, нет, я не буду это озвучивать, у меня эта идея под розыгрыш. У меня дома... Костян пришел с подгонами для декора, пока да, у нас да, еще да, не да. нравится, кстати, что я забыл поставить. Включи плит, мы 12 минут. Короче, у меня дома 10 кальянов, и, наверное, сделаю типа конкурс, подарю, кстати, наверное, так будет. У меня есть второй меласоуловитель от Дарксайда, и у меня дома 10 кальянов, кто угадает, ну, я вам их покажу, кто угадает, на какие кальяны подошел, тому подарю меласоуловитель Дарксайд. Но это я потом на канале постик сделаю. Ну, у меня такая идея. Прикольно. Так, где моя рука? Вот. Дегор, иди сюда. Иди сюда. Вот сюда. Сюда, сюда. Сюда. Сядь. О, хорош, отлично видно. Это тебе подгонок, Гостя. Сиди. Жди. Жди. Так, так, чтобы видно было. Жди. Жди. Блин, фокус-то. Ну ладно, выброс фокус он видит. Ну, нажми-ка на морду его, на это пальцем тапни прямо, где его морда. Жди. Сюда? Не, на дисплее, на камере. Видишь там дисплейчик? Дисплейчик вон. А, дисплейчик. На морду его нажми, я просто сфокусировался по чаше. О, хорош. Жди. Эй, эй, это что такое? Я кому сказал? Дегор? Дегор, можно? Можно. Ай, хорош. Сенька, тебе тоже есть. Да, кстати, Сеньки тоже есть, а то он мне пизды даст. Я Костю просто предупредил. Так он мне в тот раз навалял нормально так. Короче, Влад, я чуть-чуть от канона уйду. И, наверное, тут не 20 будет, чуть меньше. Я поддерживаю. Я вот честно, без обид, аноним, ну, как выяснилось, что Влад, что я, мы оба не любим холод в кальяне, поэтому... Ну, 10-15% на глаз, наверное, я накинул. Так, первый есть, пошел фантазмитируется. А если мы сделаем... Я научился вот так. Опа, а вот это получается миксочек... AK, так, стоять. Миксочек от анонима почти так, как он сказал. Единственный нюанс, кроме, точнее, вместо грейпфрута у нас Барби Оранж. Ну, грейпфрута у нас, к сожалению, не оказалось.